который представляет эта девушка. И Рут Беттье, которая без ошибки пока что преодолевала все высоты, начала 185, 189. И сейчас нам покажут, каким образом она одолела 192. Ну что ж, это была утренняя сессия. Я хочу напомнить, что сегодня вечером в Пекине в финальных соревнованиях, вернее, пройдут 4 финала, будут разыграны 4 комплекта медалей. Метание молота у женщин, тройной прыжок у мужчин, 400 метров у женщин финал и 200 метров у мужчин. Это будет очень интересно.